Я Сиидова Гюльнара Фирмановна, мать Сиидовой Жасмины, девочки, которой 14 лет, похищена сотрудниками Октябрьского РОВД города Грозный. Почему я говорю, что она похищена? Потому что официально никаких заявлений, ничего нету со стороны работников Октябрьского РОВД. Когда ее похитили 13 октября, я это узнала 14 вечером, и 15 я с Дербента выехала в Грозный. Там меня принял начальник уголовного розыска Анзор и, по-моему, начальник, замначальника Октябрьского РОВД Сулейман. Я не знаю точно, какая у него должность у Сулеймана. Когда на то, как я сказала, что они не имеют права несовершеннолетнего ребенка без официальных представителей, матери или адвоката удерживать там, они мне сказали, что если сюда какой-нибудь адвокат подойдет, или если я куда-нибудь заявлю, что они закатают меня и адвоката в асфальт, я потеряюсь и меня не найдут. Я прошу всех помочь мне вернуть мою дочь. Я писала Кадырову письмо. В этом письме я просила его как мать. Мне сказали, что у его в секретариате там это письмо находится. Но он не ответил на мое письмо. Я уже не знаю, что мне делать. Как мне ее вернуть? Кадыров, ей всего 14 лет. Заберите меня туда и ее отпустите. Я прошу вас.